Около 16:30 по московскому времени посетители торгового центра М5 Mall услышали по громкоговорителю просьбу срочно покинуть помещение. На многочисленных видеоочевидцев, опубликованных в социальных сетях, видно, что изначально люди не спешат на выход. Однако спустя считанные минуты все здание заполнилось едким дымом. На кадрах одного из таких видео можно заметить, что кто-то из посетителей центра начал разматывать пожарный рукав, расположенный у входа, чтобы потушить возгорание. Однако пожарный рукав оторвался, вытекла жидкость, и он оказался бесполезен. Сегодня в 17 часов 15 минут на пульт центральной пожарной связи поступило сообщение о загорании в торговом центре М5 Mall. Незамедлительно к месту пожара были отправлены силы и средства местного пожарного спасательного гарнизона автоматически по рангу номер 2. Далее, после проведения разведки, ранг пожара был повышен до 3-го номера. Согласно сводке МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. К 19:00 пожар на площади 500 квадратных метров полностью ликвидировали. Всего к тушению пожара привлекалось 19 единиц техники, 64 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Прокуратура области в связи с произошедшим вчера пожаром в торгово-развлекательном центре М5 Мол организовано проведение проверки исполнения противопожарного законодательства на указанном объекте с массовым пребыванием людей. В ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, на соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Предварительные версии, которые называют в социальных сетях, в основном сводятся к нарушению правил пожарной безопасности. По словам сотрудников ТРЦ, на территории батутного центра кто-то из посетителей мог использовать пиротехнику прямо в помещении. Но обсуждаются и другие варианты, например, короткое замыкание. Выяснить истинную причину предстоит сотрудникам МЧС и прокуратуры. На место происшествия выезжал прокурор Московского района города Рязани, которому поручено проведение проверки в взаимодействии со специалистами МЧС России по Рязанской области. Ход и результаты надзорных мероприятий поставлены на контроль прокуратуры области. К настоящему моменту пожар потушен. Продолжается разбор завалов. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. На данный момент ТРЦ М5 Mall закрыт на неопределенный срок. В ближайшее время будут проходить восстановительные работы. Максим Яковлев, Марина Комиссарова, Валерий Седов, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».